Явка на выборах президента Российской Федерации побила рекорд. Избирательные участки посетили свыше 87 миллионов граждан России в Тюменской области. Обработано 100% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Действующего главу государства поддержали 84,76% тюменских избирателей. За Владислава Дованкова проголосовали 2,3%. За Леонида Слуцкого 6,27%. За Николая Харитонова отдали голоса 6,17%. 15% избирателей. Официально ЦИК подведет итоги выборов президента 21 марта.